Всем привет! Сегодня я покажу вам, как передать изображение и звук с любого смартфона на практически любой телевизор. В последних моделях телевизоров эта функция доступна по умолчанию, а вот с более старыми моделями возникают трудности. И уж тем более возникают трудности с очень старыми моделями телевизоров, таких как с электронной лучевой трубкой. Но все поправимо. Для подключения нам понадобится медиаплеер Anycast с блоком питания. В нашем случае модель M9+. Если ваш телевизор не имеет HDMI входа, то дополнительно нам понадобится переходник, конвертер с HDMI на AV. Также к нему нужно будет приобрести шнур для подключения уже на видеовход телевизора. На корпусе медиаплеера есть одна единственная кнопка. После того, как вы включили приставку в HDMI вход телевизора, включаете ее в сеть и нажимаете один раз на кнопку. На экране вы увидите, что плеер перешел в режим работы с системой Android. Если ваша версия Android совместима с ПО приставки полностью, включаете трансляцию экрана, получаете удовольствие. Но не всегда все так просто. И если что-то пошло не так, вы не можете соединиться с телевизором, заходите в Play Market и скачиваете бесплатное приложение, которое называется «Зеркалирование экрана». И уже через него запускаете трансляцию экрана на телевизор. Если в вашем телевизоре нет HDMI входа, подключаем медиаплеер через переходник HDMI AV. И далее уже шнуром подключаете к видеовходу телевизора. Далее те же действия. Нажимаем кнопку на корпусе для перехода в режим работы с Андроидом и включаем трансляцию экрана. Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите конструктивные комментарии. Всем пока!